Надо. Что там видела в огороде? Сорочат видела. Говорит, пойди сходи, посмотри. Сорочат маленьких, они там сидят. А я спрашиваю, с кем? Она говорит, да бери кого хочешь. А кого же с собой взять? Джерика. Джерик, давайте хоть раз возьму с собой. А, в сад, посмотрим, сорочат. Пошли. Ты самый спокойный. Вот с тобой мы исходим. А то сейчас эти, знаешь, те что? Вот. Эти сейчас бульдожки могут кого-нибудь подцепить. Уже кто-то за мной. Уже ковыляет. Нет, я вас не возьму. Нет. Вот я взял Джерика. Все. Джерик спокойный, он не будет сорочат маленьких гоняться за ними. Вы уже, во-первых, подрались. О, тут со всех сторон меня окружили. Нет, идет сегодня только Джерик. Все. Мира, уходи. Мира, кому сказал? Идите. Нет, сказал. Мирка. Уйди. Марсик. Марсик. Защелкнут. Идет Джерик. Джерик, у тебя что-то зуб болит, наверное, дырка. Я потихонечку подойду и посмотрю, понаблюдаю. Джерика поставлю. Вот отпугатель включился, слышите? О. Ты не бойся, Джерик. Это от кротов. Пойду посмотрю. Ой, а тут листики. Смотрите, видите, плавают листики. Это белый амур их съедает, отгрызает. А вон кувшинки. А мы его так и не выловили. Завтра надо будет кукурузы купить. И на кукурузу попробовать поймать. Так, Джерик, я тебе близко не возьму. Ты меня постой здесь. Подожди. Хорошо? Подожди. В тенечек я тебе поставлю, чтобы ты не перегрелся. Вот так, вот. Нет, так на тебя солнышко попадает. Вот так. Нет, так тоже. Ой, тоже. Вот, здесь хорошо. Нет. Да как же тебе? Вот так. Вот под деревцом будешь стоять. Все. Вот так в тенечке. А я иду. Тихо. Так. Слышите? Когда сороки вылупляются, мы их не берем. Этих собачек не берем сюда, потому что, во-первых, они маленькие, могут сороки упасть и бегать по земле. А где же? Вот и гнездо, видите? А Виктория говорит, они уже тут сидят на ветках, но я пока не вижу никого. Вон, мамка беспокоится. Рано еще. Они бывают и вот тут вот сидят. Ну-ка, пойду, пойду. Тут кто-то поливал. А вон второе гнездо, видите, вон. Ну, сорочат не видать. А вон, вижу, вон увидел маленького. Вон, вон он. Один есть. Ага, заволновало. Сейчас я увеличу, покажу вам. Смотрите. Вот, видите? Где он? Вот, вот он. Стоп. О-о-о. Вот.
Вот беленько, видите, грудка. Убегает от меня. Ладно, не беспокойся. Так, а еще где? Как же так, чтобы захватить? О! Вот, вот, видите? Вот он, крылышками. Вот, вот. Малыш. А мне в позапрошлом году, помните, я учил одного сорочонка летать. Забыл, как его, Вася, по-моему. Васек, да. Тишина, как непривычно, как-то без бульдогов. Ну, я, собственно, пришел уже с сороком пообщаться. Где он? Вон он. Вот он, прямо надо мной, видите? Вот он. Маленький. Все. Ну, еще раз покажу. Может, кто не разглядел. Пока еще с ветки на ветку прыгает, летать не может. А мамка такая орёт, беспокоится. Ну, а я пойду еще по саду пройду. Вот под черешней скосили травку. Вот уже черешня, смотрите. У нас вот-вот будет это самое раннее. Вот. Она помельче, конечно. Сейчас я с этой стороны зайду от солнышка. Здесь она вот такая. Ну, созревает пока. А, вон, смотрите, вон уже красненькая есть. 2-3 дня, и можно будет уже черешенку обрывать. А я пройду сейчас клубничку посмотрю. Да, такой необычный ролик, без буликов. Ну, как без буликов? А, вот джерик. Со мной пиончики. Кустик для наших земляничек. А вот и клубничка. Ой, а здесь-то ее сколько? Гляньте. Вот она уже. Вот. Вот. Джерик. Давай я тебя накормлю. У тебя есть куда кормить. Давай. Маленькую сейчас клубничку. Вот она. Сейчас мы. Вон у тебя там. Видишь? Туда мы тебе запихаем. И все. Все. Он провалился. Видишь? Будет считаться, что ты съел. Завтра уже надо идти клубнику собирать. Смотрите, как хорошо в щебне, видите? Она чистенькая, буренов нету. А какая клубничара. Видите, крупная какая. Так, надо идти. А то там мои уже волнуются. Джерик Джериком. Они соревновать будут. Скажут, ну вот, мы чем хуже Джерика. Ну и вот, видите, кувшиночка уже
распускались, они просто на ночь складываются. Они там стоят, ждут. Нет, пусть пока еще пару дней подержим собачек во дворе. Пока сороки все не научатся летать. А здесь ужака большого поймал Серега. Кто там такой самый? Так, Жерик, побудь тут пока. Кто здесь? Открываю. Так, Мира. Вика не поверит, скажет, ну что, ходил в сад? Я говорю, да, а кого брал с бульдожками? Скажу, Джерика брал. Да она мне не поверит. Скажет, чтоб Джерик с тобой пошел в сад. Да, пошел, вот он идет. Сам при том. И мало того, я его еще и клубникой накормил Джерика. Вот он, видите, я иду. А вот в руке. Вот Джерик, видите, тень. Марсенчик. Вот он. И вот клубничка туда. Мы ее съели. Джерик уже старенький. Сколько ему лет уже? Ну, поменьше, наверное, чем Марсику и Жорику. Поменьше. Лирик постарше. Ну что, ну вот и прогулялись мы. Вот и посмотрели маленьких сорок. Клубничку видели. Можно было сорвать, но я ничего не взял с собой. Пойду расскажу Виктории. Амирка, вечерний мацион. Там же две больших бабочки. Иди туда. Пошла туда. Слушает меня. Ну ладно. Джерик, спасибо тебе за компанию, что ты меня сводил. А то одному скучно ходить. Я всегда с собой кого-нибудь беру. Ну вот и до Джерика дошла очередь. Ты доволен, Джерик? Гляньте, какое у него лицо счастливое.